говорит, что я вспомнил, я ее давно не играл. Что там происходит по аккордам? Еще там есть типичная такая для меня аппликатура, вообще базируется эта вещь, в том числе на ля миноре таком, на пятом ладу, вот такой. Сыра наверху. Исходил, в общем-то, это в моем мышлении это фа, но вот такой. Который переходит постепенно сначала просто в ми, а потом в ми доминант. Но проходящий очень. И еще в этой вещи, значит, как создается разрешение. Там такой характерный ми. Вот это вроде бы, да, доминант септаккорд. Но со второй ступенью в басу. Вот это натяжение. То есть я двинул голос. Первую ступень двинул. Натянул. И отпустил опять и разрешил. То есть получилось вот такое разрешение. И за счет него создается вот это интересное натяжение. Вот, а дальше аккорды в середине. Что я там играл, но это, в общем, вот что получается у нас там. Вот проход, который там есть еще. Шестеркой и третья ступень наверх вынесена. Довольно стандартно. По-своему, чтобы эту вещь играть, вот главное вот эту вот неопределенность слои гармоническую. Вот ее здесь надо раскрывать. Если по-своему что-то делать здесь. Смысл в этих именно аккордах и вот в этих натяжениях. Вот, если что-то непонятно или что-то еще надо пояснить, или что-то еще интересно, с удовольствием запишу видео. Как получилось первый раз. В общем, не бейте топера, играет как умеет.